Всем добрый день. Мы с Дианушкой направляемся на прогулку. Я отработала, я сегодня до обеда работала. Вторая половина дня свободная. Погода просто супер. Тепло. Прям-таки аж жарко. Поэтому пойдем. Аж к ему в сутках. Сегодня он работает, завтра придет. Завтра суббота, да? Соответственно, он придет не в 9:30, но часам к 11. Завтра я тоже работаю. Тоже полдня. И у нас есть некие планы с Дианой. Дианка, какие? Ты записала наш план? Стой. Да, список есть, накропали. Скоро же день отца в июне, да? И мы хотим с Дианой там кое-что наприметили. Хотим пойти прицениться. Ну, а еще у нас скоро с мужем годовщина нашей свадьбы. А и Дианка хочет нам суши сделать. Уже будем хочет! Столик накрывать. Я привезла нори. Ой. Дианка хочет суши нам сделать. Суши я хочу сделать. Ну вот. Она хочет сделать. Я говорю, давай-ка их приурочим как раз к этому дню на ужин. Прекрасная? Прекрасная идея. Прекрасная. Не знаю, Дианка. Аса. Не знаю. Да пошли, ты меньше руками маши. Ты знаешь, я в школу хожу, я, короче, как-то шла со школы с обеда, иду. Куртку эту сняла, было жарко, положила ее вот так. Я прихожу, кладу, там вот такая машина сидит, какая-то насекомая, а оно как прыгнет мне в лицо. Я думала, я вообще там, я так боюсь насекомых, оно на белой куртке что-то мне садится. Ну да. Да, есть такое, на белое садятся. Приехали мы в центр города. У нас план один. Ну, мы сначала с Дианкой идем в торгаш. Там надо гратис, шматис и все такое прочее. Осторожно, Доть, проходи. А потом нам нужно в черши пойдем. Прям на улице не то, чтобы тепло, прям жарко. Давай, Дианусик, вперед. Вперед, езжай. А я прям сидела в трамвае, у меня аж это, глазоньки стали закрываться. Она спала? Нет, просто прикрыла глаз. Я видела. Хотела бы с удовольствием бы. Вы знаете, очень полезно буквально 5 минут дремануть. Вот 5 минут, и этого очень достаточно. И ты как, ну, к тебе прям энергия приходит. Но, к сожалению, нет, не смогла. Людей, очень много людей. И мы начинаем наше хождение, естественно, с кофе. Диана себе взяла какую-то белую мочу, а я себе взяла турецкий кофе. Вот смотрю, фильтры кахве. 130 лир, 250 грамм. Вот такое, что здесь? Взяла, поставила. Есть также вон эти чикердык. Попкорн какой-то. Вот такой вот попкорн. 130 для фильтра. 130. 250 грамм. Вот это видно. А, видите, разные обжарки. Это у нас какой фильтр, кофе? Так. Короче, тут нужно вычитывать, так быстро не скажу. Но судя по цвету, видите, разные. Это светлее, то темнее. Дианка стоит в очереди за заказом. Ее место пустует, кресло. Ой, смотрите, вот Дианкина моча, какая красивая. Дианусик, какая красотень, боже. Прям такие, что это, крем, сливки или что это? Холодная. А, ну да, в целом. Ну, она любит молочное, поэтому. А, ну, мне, конечно, кофе. Ой, давно не пила. Прям соскучилась. Ну, именно турецкие. И мы выходим с Дианой. Короче, сделали мне кофе. Сладкий. А мне нет. А Дианке не сладкий.
ну, странный какой-то парень. Такое чувство, что я делаю заказ, он испугался. Аж как побледнел. Я ему говорю, что этот средний мне кофе, не маленький, а средний. А он что, Диана, спрашивает? Дабл. А что такое дабл? Я понятия не имею. Дианка стала потом переводить якобы двойной. Ну что двойной, что двойной? Турецкий кофе, так я же сказала, средний. В общем, ладно. Он меня сбил, и я ему не сказала, что мне без сахара. А он у меня не спросил. Не спрашивать. Хочешь ты холодная, хочешь ты горячая, если, допустим, это вот это. Хочешь ты сахар, хочешь ты без сахара. Я понимаю, Диан, я понимаю, что за целый день, может быть, человек уже там это, зарапортовался. Ну так он работает с 9. Конечно, может, и подустал. Я все прекрасно понимаю. Так. Ой, здесь такие сейчас нынче цены. На самом деле, да, хочу. Вот минус 50. Пола, да? Пошли посмотрим. Уже 100 лет. А, да-да-да, и почем? Ой, балдок. Возьми, посмотри, почем. Ты уверена, что вот эти, как сейчас на тебе? Ну да. А, точно. Они, конечно, уже такие. Жизнь потрепала их, но... 1350. Круто. Ну, короче. Тут... Много интересного. Люблю я Пола. Здесь очень много продавцов, консультантов, поэтому я выключаюсь. А, иди. Ладно, да, мы идем в примерочную. Мы взяли Дианке платье. Сейчас хотим примерить на нее. У нее же там выпускной намечается. Тут идти, не идти. Мы решили примерить. Если что-то вот так вот сейчас... В душу западет, да, Диан? Приобретем и... Все, Диана пошла. Я в курсе, я услышала. Все, давай. Буду держать, а коль не закрывается. Очередь прям. Так, вот такое вот платье, видите? Вот номер один. Диан, ты повернись, а я тебя поснимаю в этом. Ну... Вот, вот так вот, видите? Розочки. Ну и вот тут мне не нравится, вот тут оно как-то пырится, замок вот здесь вот. Оно у меня большое на размер. А, большое? Ну, что маленький тут точно. Да, оно не выглядит как большим. Оно не выглядит, да, но по идее это не может. Да просто нет, топырится там, оно и даже если у кого-то размер побольше, все равно оно будет топыриться. Не знаю, оно такое как летнее, нет, мне кажется, оно просто на это как-то. Дотенька, ну ты же летом пойдешь. Ну да. Ну вообще честно, мне я вот. Я бы его не выбрала. Ну не выбрала. Ладно, следуйся. Ой, вот такое вот. Это вообще на тебе классно смотрится. Мне нравится. Ну оно просто великовато, да, вот здесь немножко. Но вообще фасон очень красивый. Но мне нравится просто все. И его можно везде носить. Ну то есть. Какой лучше, первый или второй? Знаешь, каждый по-своему, Дианка. По-своему хороший. Да-да. Не подошли платья, а последнее так там мне вот тоже понравилось. Но мы чисто для теста взяли. Сейчас еще, может, где-то в другом месте посмотрим. Да, я просто никогда же не мерила платье. Никогда не мерила, никогда в целом не носила. Поэтому это что-то новое. Там под него же обувь нужна. И, в общем, это то одно последнее не налезло на Дианку. Я говорю, так давай я сейчас тебе принесу. Не хочу. Ну, нет, так нет. Все. Идем дальше. Диана мне тут рассказывает истории. Мы уже вышли из торгового центра. Стоп. Спасибо, чувак. Нас пропустили. Ага, мы стояли 3 минуты, вдупляли, что делать? Осталось что? Короче, то, что вы смотрели мужу подарок, хотели купить, к сожалению, пока что нет. Нету, пока здесь не нашли, надо в других местах смотреть. Сейчас я купила фильтры для своей кофемашины. Сейчас мне нужно еще купить свеклу и красную рыбу. А, еще купили рисок. Короче, приедем домой, я покажу. У меня еще вечером есть работа, Диана, ты в курсе? Ну, во-первых, я тесто поставила. Какая работа? Ну, а мне на работе?
Нет, работа не на работе, а работа на кухне. Мне надо... Это другая. Это бесплатно. Мне надо... Ашхим вчера купил печенку. Мне надо сделать паштет на завтрак. Так что еще мне паштет надо сделать. Домой. Ты что, хочешь? А зачем? Ну, у нас же Пасха есть. А завтра я испеку. Зачем нам хлеб? Ай, да, точно. Так что завтра ты будешь горячий хлеб употреблять. Все. Все, идем. Это в овощной, короче, направляем. Ну и, конечно, придя домой, видите, да, у нас здесь банда. Вот Шефтали не выходит. Шефтали, где ты? Все вот Минош, Чилек, Памук, Рюзгяр. Так он только что корм клюнул. А где Шефтали? Да он только что его ел. Да, Рюзгярик? Ах, Челеша, молодец. Ой, молодец, старается, молодчинка. Все, разуваемся. Рюзгярик, дружок, уходи. Уходи. Так. Ой, все. Пришкребли. Я вам все яблочек купила. Боже, время 9 часов. Вы видите? Да. Какой паштет? Ну, какой паштет? Блин. Поздний? Никакой, да? Сейчас жди, жди. Ну вот, Шефтали, ты что, не выспался до сих пор? Лежишь. Дянка, лежит он тут. Он бесстыжий просто. Не выходит вообще, не встречает. Скажи, Шефтали, вы мне не нужны. Я вас просто так терплю. Что это за звук? Вода. А, ты включила воду? Понятно. Так, покажи, показывай вам. Купила вот, видите, вот эти фильтры Чиба. Теперь нужно учиться машинкой, как пользоваться. Я понимаю, что там элементарно, но готово. Дальше у меня здесь купила тремпеля, либо же плечи, да? Как их там называют? Ё-моё. Вот такие взяла. Сколько здесь? 5 штучек? Ну, пока что хватит. Муку купила. Мука же закончилась. И поэтому я купила. Завтра Диана идет в гости. Поэтому с утра будет готовить это. Там вкусняшки некие. Ага, яблочки. И вот здесь у меня в сумочке что лежит? Ну, это что мы уже? Из Мигроса. Это из Мигроса у нас что? А, вот такая вот колбасятина. Далее. А, это Диана себе взяла. Red Bull. Red Bull. Ну и, конечно, это рис для суши. Уже будем делать. И все. Больше. А, что это такое еще? А, и пакеты для мусора. Потому что кошачий этот сбрасываем. Все, это моя сумочка. Я ее собираю.